Гаргулья на сером соборе смотрела вниз на туристов, на новый вечер, на старый город. Брелки по три, холсты по 300. Когда-то совсем недавно, лет 200 назад примерно, хотелось сорваться с камня, улететь в далекие земли. Но что-то всегда отвлекало, внизу было интересно. Кого-то там били палкой, кому-то грозили местью. Безногие побирались, смиренно денег просили, а вечером исцелялись и шли в припрыжку к трактиру. Шептались в тени масоны, обсуждали крупное дело. Солдаты из гарнизона пели про уличных девок. Кого-то вели жениться, а он не хотел, но надо. Торговали сукном и корицей, кланялись аристократам, давали в долг и по роже, давали балы и уроки, и дуба давали тоже, когда наступали сроки. Уходили в открытое море, в запое и от супругов, искали счастье и горе, ответы и пятый угол. Весь город доступен взгляду, банальный и вечный, как чудо. Лететь никуда не надо, все можно увидеть отсюда.